Господа, всем привет! Маленькое объявление. На следующей неделе в Инстаграме мы проведем с Инной Тузовой. Это моя подруга, а также, как я ее называю, юрист от Бога. Мы проведем прямой эфир на тему того, в общем, на тему мужчины и танцы. Мы затронем такую тему, как основные стереотипы мужской головы, которые мешают мужчине заниматься танцами. Далее мы обсудим, почему мужчина выбирает тренажерный зал, а не танцы. А как может измениться жизнь мужчины, если он начнет заниматься танцами? Но только не просто тупо танцами, да, в каком-то клубе, а именно осознанно. А какие насмешки могут быть у мужчины, который решил в свою жизнь внедрить танцы или искусство? Как избежать этих насмешек? Ну и вы, в свою очередь, можете подписаться на меня в Инстаграме, либо на Инну, потому что мы точную дату опубликуем, ну, где-то в конце недели. Вот, вы сможете зайти в этот эфир и в прямом эфире задавать нам вопросы, если, конечно, это вам актуально. А я, в свою очередь, постараюсь этот эфир сохранить и загрузить впоследствии в YouTube. Но я этого гарантировать не могу, потому что не факт, что у меня получится. Вот. Ну, а вы, если считаете, что вам эта тема актуальна, добро пожаловать, милости просим, хорошего настроения.